Доброе утро, дорогие друзья! В эфире самая поющая и самая читающая программа на ТВ «Утренняя почта». И я, ее ведущий, Николай Басков. Вы присылаете столько писем, что по списку адресатов нашей электронной почте легко можно провести перепись всего населения нашей страны. А начать мне хотелось бы с письма Валерия Козинцева из Петрозаводска. Валерий жалуется, что его сын увлекся современной музыкой. «Это же слушать невозможно! Что делать?» – пишет нам обеспокоенный отец. Валерий, если не можете слушать, тогда просто пойте, причем дуэтом с сыном. Я уверен, у вас получится так же хайпово. Моя нежность льется рекой, счастье слезою. Мои годы стали судьбой. Рядом с тобой я построю дом без дверей, сердцем согрею. Не хочу подруг и друзей, ты мне родней. Серые глаза, моренго, свет любви, красивый. Жажда на слезы. Я не видел лучше любви, слаще, чем ты. Твои руки ночью жадней, лето в ладонях. День за днем для нас юбилей, чувство теплей. Очень необычное письмо пришло от Оксаны Колодяжной из Суздаля. «Здравствуй, утренняя почта. Я люблю побаловать домашних выпечкой и всегда готовлю под музыку. Под глюкозу очень хорошо получаются карамельные леденцы. Под вашу шарманку, Николай, вкуснейшая шарлотка. Ну, наверняка с золотистой корочкой. Помогите подобрать песню для безе. С ним у меня пока проблема. Пирожное в духовке теряет форму. Оксана,
Безе получится особенно воздушным, если его готовить под песню «Вечные небеса». Ее исполнит София Ротару. А это придаст вашему творению неповторимый чудесный вкус. Летала, не падала, мечта моя смелая. Так долго хотела я любви. Сквозь ночь белоснежную, с тоской и надеждою, зови меня, зови. Вечные небеса, крылья моей мечты. Как же мне убежать от себя, если мне нужен ты? Все, в чем жила душа, мне сохранить позволь. Тебя всегда остается боль. Однажды иллюзия возьмет и закончится, но как же мне хочется к тебе. Весной долгожданною, звездою желанною гореть в твоей. Дуэты. Сегодня 18:00. Наш сегодняшний гость, ну, очень популярный исполнитель. Он так привык раздавать автографы, что даже в паспорте вместо подписи у него стоит «С любовью, ваш Николай Басков». Потому что там, где я, там всегда любовь. Здравствуйте, мои любимые. Привет, Николай. Столько любви в одном артисте. Не волнуйся, меня на всех хватит. Как говорится, Баскову все возрасты покорны. От нуля плюс до плюс бесконечности. Надеюсь, тебя хватит и на письма телезрителей. И не только на письма, но еще на новые хиты для моих поклонников. Ну хватит уже, давай читай письмо. Письмо. Ну что ж ты такой скучный и занудный? Письмо от Ирины Калинкиной из Нефтеюганска. Какая прелесть, Нефтеюганск. Дорогой любимый Николай, видишь, любовь с первой строчки. Ну, конечно. Благодаря вам я полюбила классику. Пусть в утренней почте прозвучит что-нибудь классическое. Даже не знаю, что лучше. Все цветы или натуральный блондин. А почему ты решил выбирать из этих песен? Так это же мой классический репертуар. Что ж, пусть блистают другие. Вот, учись, как петь надо. Что? Забиты экраны, интриги, скандалы. Мир под микроскопом смотрит на тебя.
Прямые эфиры, мы жертвы их игр. Кто был с кем замечен и когда? Постоянно улыбаться, быть собой и не бояться. Все равно за объективом все увидят, что хотят. Закрывать лицо руками и любовь от фотокамер. Никому не интересно, честно, все хотят. Все хотят скандалов и сенсаций. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Билборды, газеты дают нам советы. Каждый знает за тебя, как надо жить. Мы верим их правде, как будто рекламе. Не пытаясь что-то изменить. Постоянно улыбаться, быть собой и не бояться. Все равно за объективом все увидят, что хотят. Закрывать лицо руками и любовь от фотокамер. Никому не интересно, честно, все хотят. Все хотят скандалов и сенсаций. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Весь мир как стекло, мы видим себя, как не видит никто. Понимая, что против правил идти нелегко, совсем нелегко. Постоянно улыбаться, быть собой и не бояться. Все равно за объективом все увидят, что хотят. Закрывать лицо руками и любовь от фотокамер. Никому не интересно, честно, все хотят. Все хотят скандалов и сенсаций. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Улыбаться, улыбаться, улыбаться по прицелам папарацци. Современные технологии иногда лишают нас привычных радостей. Об этом я прочитал в письме Олеси Шевкуненко из Подольска. У нас в супермаркетах, пишет Олеся, установили автоматические кассы. Теперь покупаем продукты не только без продавца, но и без кассира. Скука смертная. Ни пошутить, ни поругаться. Скучаю по прошлому. Иногда даже хочется туда вернуться. Нет проблем. На двоих одна судьба у нас. Столько лет, а все как первый раз. Смотришь ты, волнуя и маня. Только на меня. Таю я от нежности твоей. Нет тебя дороже и родней. Где ты ни был, в дальней стороне, думай обо мне. Дожди, холода, ты помни всегда. Тебя не предаст, не осудит. Навеки твоя, с тобой буду я. Женщина, которая любит. Дожди, холода, ты помни всегда. Беду отведет, приголубит. Не гасит огонь и ждет у окна. Женщина, которая любит. Я на небе яркою звездой буду освещать твой путь домой. Мое сердце бьется для тебя, веря и любя. А потом вдвоем, любимый мой, я расправлю крылья за спиной. Будем сладко.
вместе пить до дна. Дожди, холода, ты помни всегда, тебя не предаст, не осудит. Навеки твоя, с тобой буду я, женщина, которая любит. Дожди, холода, ты помни всегда, беду отведет и голубит. Не гасит огонь и ждет у окна, женщина, которая любит. Тебя не предаст, не осудит. Навеки твоя, с тобой буду я, женщина, которая любит. Дожди, холода, ты помни всегда, беду отведет и голубит. Не гасит огонь и ждет у окна, женщина, которая любит. Не гасит огонь и ждет у окна, женщина, которая любит. Как-то раз случайно встретила я вас. Таисия Повали заставила Николая Баскова волноваться. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Ревную? Вот не могу. Я вот с тебя глаз не сводила. Ты смотрела и думала, какая же красота поет в зеркало, да? Роковые дуэты. Сегодня в 18.00 на канале «Россия». О своей проблеме пишет Николай Альчиков из Красноярска. «Сибирский привет, утренняя почта. У меня выработался рефлекс. Как слышу заставку новостей, сразу становится тревожно. Столько всего в последнее время происходит, голова кругом». Тезка, вы такой позитивный. «Может быть, вам, Николай, помимо утренней почты, вести еще и новостные программы?» О, у меня есть предложение. Вместо заставки к новостям строчка из песни «Живи спокойно, страна». «Живи спокойно, страна!» Нет, лучше пусть поет «Лобода».
с кем лечу, кому за что плачу. Живу я только с тем, кого хочу. Я буду петь завистников дразня в эпоху эту имени меня. Не падая в стене и вечно на коне, и пусть побольше пишут обо мне. Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Мы извини. Живи спокойно, страна, такая я всего одна. Все остальные в тени. Дорогие друзья, пришло время прощаться, но через неделю мы встретимся снова. Ведь как поется: миллион, миллион, миллион разных просьб для меня, для меня, для меня пишешь ты. Присылай, 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 и тогда Николай по утрам превратит в хиты. А еще напоследок хочу дать совет. Чтобы выходной день удался, начните его, как сегодня, с чашечки бодрящей утренней почты. С вами был, есть и будет главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас!